Значит, фильм основан на реальных событиях. В 1985 году состоялась уникальная, самая драматичная, по общему признанию, экспедиция по спасению мертвой станции «Салют-7». Это были 20 тонн мертвого железа, которые крутились над землей и должны были на нее упасть с непредсказуемыми последствиями. Два человека полетели в космос, не имея точной гарантии того, что они смогут пристыковаться к станции и то, что они смогут ее починить. И тем не менее, они это сделали. Да? Мы, основываясь на настоящем документальном подвиге, да, и мы вводим его в художественную реальность. Удалось соединиться в очень сильную команду. Мой партнер Бакур Бакурадзе, известный режиссер авторского кино. Его фильмы были и в Локарно, и в Каннах. И молодой режиссер зрительского, жанрового, коммерческого кино Клим Шипенко. И вот это соединение позволяет нам надеяться, что это будет не какой-то там фильм группы «Б» расхожий, а это будет реально артистическое, художественное кино по жанру триллер. Бюджет фильма 13-14 миллионов долларов. Этот бюджет позволяет решить задачу на очень высоком уровне. Полностью воссоздавать эти декорации, конечно, сложно и дорогостоящие. Нам пошли навстречу Роскосмос, МПО «Энергия», «Звездный городок». Они нам дали много оборудования, которое непосредственно уже было в космосе. Все должно висеть, летать, компьютерные предметы учитывать, с которыми должны там актеры взаимодействовать. Ну, то есть какая-то такая тяжелая, кропотливая работа, на самом деле. Принимай. Космос – это, ну, это особенная сфера. Она требует огромного количества компьютерной графики, достаточно много невесомости, почти 40 минут. Вот 40 минут снимать невесомость – это чрезвычайно сложно. Специально были придуманы подвесы, лебедки там специальные там, и так далее. Готовы к переходу на станцию. Открываем люк. У меня есть полное ощущение, что я сейчас могу, собственно, полететь в космос, пристыковать там корабль вручную, что не каждый космонавт может сделать. То есть я в этом смысле набрался этого знания. Бакур может просто руководить из ЦУПа, ну, потому что он абсолютно владеет всей ситуацией еще больше, чем я. Все мы надеемся, что вот как-то совместными усилиями мы сможем такое кино сделать. Если у нас это получится, то это будет реально большая радость, мне кажется, для всех, для зрителей в первую очередь. Надеюсь, все это сработает. Мы делаем большую ставку на этот проект.